Собаки не только очень умные, но и заботливые животные. Рассказано уже немало историй, когда песики бросались на помощь людям. Однако эти собачки заслуживают отдельного уважения. Школьный учитель Улнас Чудхури очень любит гулять по лесу. Такое времяпровождение помогает ему собраться с мыслями и зарядиться новыми эмоциями. В тот день Улнас решил совершить свою обычную прогулку, но он даже не знал, чем она обернется. Мужчина не спеша шел по тропинке, думав о своем. Его внимание привлекли четыре небольшие собаки, которые сидели возле какого-то куска ткани. Возможно, у нас прошел бы мимо, но его внимание привлек какой-то шорох. Учитель решил подойти поближе. Собаки сидели возле старого куска одеяла и поначалу настороженно приняли появление мужчины. Однако они быстро смекнули, что Чудхури не причинит им вреда и позволили ему развернуть сверток. Когда мужчина увидел, что именно охраняли собаки, он не смог сдержать эмоций внутри свертка оказался крошечный малыш. По-видимому, его кто-то просто выбросил в лесу. Улнас быстро схватил ребенка и пошел к своему дому. Он обратился к соседям за помощью. Мужчине повезло оказалось, что у одной женщины есть грудной ребенок. Поэтому она смогла накормить найденыша своим молоком. Ребенок в свертке оказался крошечной девочкой. Улнас вызвал полицию, которая должна была решить, что делать с малышкой дальше. Вот так четыре небольшие собачки спасли одну человеческую жизнь. Они согревали крохотную девочку, отпугивали от нее зверей и привлекли внимание Улноса, который забрал кроху. Настоящие герои. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.